Спортивные тренажеры, турники и качели. Новая детская и спортивная площадки совсем скоро откроются в Красном Яре. На округе представителя Думы Уссурийска Александра Черныша. Более чем на 200 квадратных метрах расположились игровая зона для детей до 5 лет и мини-поле для баскетбола. Здесь уже установили фонари, лавочки и урны. Местным жителям потребовалось 3 года для того, чтобы выиграть инициативный проект. Нам эта площадка очень нужна, так как она у нас единственная в Красном Яре. И получается, здесь не только будет дошкольники и школьники, и даже молодежь села сможет здесь заниматься спортом, проводить досуг свой. Окультуривать мы его будем, конечно, своими силами. У нас инициативная группа. Старую площадку в селе оборудовали еще в 2008 году, и со временем здесь стало небезопасно. Работы нового пространства начались 19 августа, завершить планируют 10 сентября. И тогда же оценить площадку приедет специальная комиссия. У нас никаких трудностей не возникло. Единственное то, что задержка при работе немножко срок, в какие-то промежутки мы не работали, потому что это связано было с оборудованием. Мы заказали их, не все материалы у нас местные. Какую-то часть мы приобретали с Москвы, какую-то часть приобретали в Хабаровске, поэтому у нас были некоторые задержки. В будущем инициативные жители планируют построить рядом с новой площадкой еще и волейбольную, но уже за свой счет. А эту зону для спорта и отдыха в самом центре Красного Яра возвели на муниципальные деньги. Активисты выиграли грант на воплощение своего проекта. Похожая точка притяжения недавно появилась в Алексее-Никольском. А в следующем году новыми детскими и спортивными площадками обзаведутся в Степном, Пуциловке и в Крауновке. Кристина Бабчук, Роман Адонин, Телемикс.